Чистые убытки Peugeot Citroën в прошлом году составили 2 миллиарда 300 миллионов евро. Годом раньше крупнейший во Франции и второй в Европе автоконцерн потерял вдвое больше – 5 миллиардов евро. Стать рентабельной компанией рассчитывать не ранее 2016 года. Иными словами, Peugeot как никогда вовремя нашел себе внешнего инвестора. Накануне совет директоров одобрил план вливания в капитал 3 миллиардов евро за счет увеличения долей китайской автопромышленной корпорации Dongfeng и французского правительства. Инвестиции позволят Peugeot обновить модельный ряд и расширить свое присутствие на перспективном азиатском рынке.